Это должно быть прочно заложено в сознании каждого гражданина, президент. Касым Жомарт Токаев заявил, что казахская земля никогда не будет продаваться. Об этом он заявил в статье «Независимость дороже всего» в газете agmn.kz. Казахстан – единое государство. Страна не делится на южную, северную, западную, восточную. Это лишь условные названия, обозначающие направления. В 2018 году указом главы государства Южно-Казахстанской области присвоено название Туркестан. Решение о целесообразности восстановления исторической справедливости было единогласно поддержано и принято народом очень тепло. Ведь не только генеалогический город, но и целый регион с древних времен назывался Туркестан. Эту благородную тенденцию можно продолжить по всей стране. «Мы делаем такие шаги серьезно», — сказал президент. Глава государства также высказался о вопросах, связанных с землей. «Истина, которую мы все прекрасно знаем, заключается в том, что казахская земля не передается в собственность ни одному иностранцу, никогда не продается. Это должно быть прочно заложено в сознании каждого гражданина», — сказал президент.